предупреждали, мы специально вели расчеты глобальных экологических последствий ядерного конфликта. Мы говорили, что вся Земля будет, весь глобус будет охвачен последствиями. Но все это, конечно, воспринималось как некоторая абстракция. Все-таки теперь все почувствовали, что действительно не знает границ сегодня мощи человека. Ну и, конечно, самое главное, по-моему, все-таки урок, это то, что надо сейчас нам во всем мире принять все-таки кардинальные решения и понять, что вот эти все аварии, как бы они ни были неприятные, как бы они ни были трагичны для людей, которые вовлечены в них, они, конечно, очень малы по сравнению с тем, что, чем грозит военный конфликт. И к этому военному конфликту человечество совершенно не готово. Он не может служить в пользе никому. И поэтому, я думаю, что главный урок для всего человечества должен быть именно тот, чтобы дать какую-то моральную силу, ну сколько еще надо предупреждений, так сказать, для того, чтобы решиться на окончательно на то, чтобы и покончить с ядерным оружием, и с войнами вообще.